Погнали. Ну, уже 170 человек решили бокс посмотреть. Тема бокса явно народ увлекает. Друзья, как сейчас Валентина слышно? Валентин, передай всем привет. Всем привет. Кто смотрит? Тебе, да, у тебя гарнитура какая-то не очень, но как бы так. У тебя, видимо, слимка, да? Приставка. Простая самая. Там, я не знаю. Ну, слимка, короче, я понял тебя. Которая, да, ну, да, да. Там гарнитуры уже совсем паршивые пошли. Вот, если ты найдешь где-нибудь гарнитуру от старого Xbox, она гораздо лучше. А лучше какую-нибудь еще можешь купить. Если, ну так, будет желание нормально. ВКонтакте же, ВКонтакте есть? Где? ВКонтакте. Гарнитуры? Не-не-не-не-не, страница. А, да, есть. Потом я тебе скину все. Да. Сейчас надо бой. Давай покажем честный бой. А кто, кстати, победил? Виталий Кличко или нет в этом бою, друзья? Льюис или Кличко? Ничья была, говорят. Льюис техническим нокаутом. Из-за рассечения остановили бой, пишут. На тебе, пропустил ты. А, сейчас Льюис попал. Vitali Klitschko doing a really nice job now of putting his punches together. I mean, we've seen that classic 1-2 for him. When he puts his punches together, he's... Да, даже комментаторы за кадром говорят, что Кличко – это классические двоечки идут. Отлично, у меня должно быть все, почти все нормально. Все идеально должно быть. Друзья, я пробовал 2 раза клинч сделать, у меня не получилось. Здесь, если противник хорошо, ну, тебя бьет в этот момент, клинч не получается делать. Я правильно говорю, Виталий? Валентин. Да, Валентин. Виталий, я уже все. Виталий. Отлично вообще. То есть клинч можно сделать, когда соперник просто стоит и не держит блок. А если соперник ставит блок, то вы не сможете его клинчевать. Ну вот, троечка была, в третий удар, в принципе, попал в цель. Well, it has been clearly defined in the career of Lennox Lewis. If you can get to the chin, you may be able to take down the man. Well, it has happened to Lennox Lewis, but the most important thing is before you can get to his chin, you have to go through a very dangerous neighborhood. A neighborhood where a right hand lives. My kid, focus! Double jab upstairs. You see, he sits and... А ты мне попал, видимо? О, второй раз попало, хорошо. Ох, ох! Кто-то там сказал, что нельзя с одного удара, а? Нокдаун послать. Второй раз вам опровержение, пожалуйста. Вот он, удар в ухо. Но там на самом деле челюсть пробила. Бах, все. Домой пишут, точно, давай домой, Льюис. Домой. Нормально, нормально. Ну тут Валентин, тут один из опытных бойцов, зрителей в чате подсказывает, что ты не бьешь сильными ударами, ты играешь как бишопом. Корпус, корпус, а толку ноль. Это тебе подсказка. Но я не знаю, ты, конечно, сам вправе выбирать тактику, но вот у нас есть такой зритель с интересным ником X Zol, X Lol, X Lol. Чего он подсказывает? Но я тебе говорю, то есть, что ты не бьешь сильными ударами, а как бишопом играешь в корпус-корпус, и толку мало. Вот. Но на самом деле бьет он сильными ударами, зря вы так говорите. Я бью сильными. Оу! Виталя, go home. Оу, фак. Чистая челюсть. Все на Майдан пишут, наших бьют. Окей. Look at this swarming attack. Vitali Klitschko's taking a barrage of punches. He could go down. Looks like my screen door on my back porch. I mean, the mosquitoes, there's so many of them, and there's little holes. Some are getting through. Well targeted right hand by Vitali Klitschko. Vitali Klitschko's showing you that sublime skill right now with that two-punch combo. Able to get away from that headshot with the block. Vitali Klitschko's swinging and missing like he's at bat right there. That punch was nowhere near his opponent. Great work offensively landing that combination by Lennox Lewis. 10 seconds to go in this third round. Хорошо. А сильный он имеет в виду... Слышишь, Валентин? Сильно он имеет в виду с полным поворотом корпуса, так как я тебя нокаутировал. Вот так вот. Я бью, но редко. Поехали. Ну что, у нас пока что я по очкам веду. На одно очко. Ну ничего. Все может измениться очень резко. Ох, пропустил. Ох, еще пропустил корпус. Ох, ох! Готов! Есть! Вот это было хорошо. Я немножко темп изменил. Я не стал после первой комбинации сразу же отходить. Я немножко отошел, тут же пошел обратно. Ты не ожидал, видимо. Ты просто привык, что я отхожу. Не-не-не, это была ошибка. Надо было отходить, а я пошел на тебя. Какие там заявки на следующий бой? Сейчас посмотрим. Я пока заявок нет, они были. Значит, будем легковесами точно драться. Ох ты, стамину пожгли. Готов! Вот тебе, вот! Опять вам подтверждение, что это неправда. Одноударный нокдаун бывает, не надо добивать. Еще раз, пожалуйста. Вот с одного удара, видите, пропустил, нарвался на кулак, все, получи. Нет, такое на ПК, друзья, нет. Есть только на PS3 и Xbox 360. Только... Ну, еще, говорят, есть на портативных приставках и на айфоне вроде как, но там совсем другое. На мобильных платформах тоже вроде есть. Вот говорят, что когда попадаешь, его ведет. Бей левой боковой и сразу добавляй снизу сильный. И видишь, как он руки вперед вытягивает. Сильно снизу попадаешь, не встанет. Но тут человек вообще злой. Он реально, видимо, шарит в боксе. Нужно будет почитать потом еще раз. Интересная тактика. Когда попадаешь, его ведет. Бей левый боковой и сразу добавляй снизу сильный. А, тут он говорил все-таки там один пользователь, что нокдаунов не бывает. Ой, нокаутов вернее, а нокдауны бывают. Но я сколько играл... Нокауты бывают. Нокауты тоже бывают, да. Я сколько не играл, друзья, в Fight Night 3, у меня ни разу такого не было, чтобы с одного удара нокаут был. Бывали нокауты? А? У тебя было? У меня были. Понятно. Ну ты в третий Fight Night тоже играл? Нет, я только в этом начал. Ну вот, я говорю, я в Fight Night 3 еще начинал играть. Там не было такого. Ну, по крайней мере, я не видел. Готов! Поймал тебя! Готов! Я тебя реально поймал в этой ситуации. Правда, этот удар не прошел. Вот этот хорошо прошел. Классический бой. That's what you want to see, a guy who can close the show and finish with style. He ends up a knockout. А как мне сделать так, чтобы у меня тоже могли посмотреть эту трансляцию? Потом я тебе напишу. Тебе нужно будет прикупить кое-какое оборудование. У меня есть на ютубе видео, как сделать свой собственный стрим. Я тебе потом дам ссылку. Хорошо. Так, давай шли приглашение и будем драться в легком весе.